Из-за ОРВИ и гриппа в Бурятии усиливает работу больниц и поликлиник. Поскольку количество заболевших растет день ото дня, все медицинские организации теперь функционируют без выходных и до последнего пациента. Также на помощь врачам привлекли 174 студента медколледжей. Вчера достигнута договоренность с ректором Бурятского государственного университета по привлечению студентов 5-6 курсов для работы в наших городских поликлиниках на станции скорой медицинской помощи. Привлечены все наши ресурсы для того, чтобы максимально сейчас в этот пик подъема заболеваемости сделать все необходимое для наших граждан. Также работают все фильтры-боксы. У нас дополнительно запущен фильтр-бокс в первой поликлинике на улице Покровской для жителей Левого берега, для жителей Поселья и для Иволгинского района. Также из-за большого потока обращений был открыт стационар на улице Мадогоева. Врачи настоятельно рекомендуют соблюдать все меры безопасности – носить маски, укреплять иммунитет и промывать нос, а также горло.